Приветствую, вы на канале «Медвежий барабан». Ну что, прошло не так много времени, а точнее, если быть, всего 2 дня с момента выхода моего последнего видео о том, что YouTube могут заблокировать. Новые новости не заставили себя долго ждать, и на сегодняшний день YouTube отключил в России монетизацию российским каналам. Сегодня у всех блогеров, кто проживает в России, соответственно и ведет канал в России, начали поступать такие сообщения от YouTube, где говорится, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу, и как следствие, авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Это изменение не влияет на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России. Ситуация по-прежнему быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет уместно. Команда YouTube. По итогу, какие же можно с этого сделать выводы? На самом деле, это очень неприятная ситуация, в первую очередь для блогеров, да? Но в любом случае, это коснется также и подписчиков, и пользователей YouTube, которые смотрят свои любимые каналы. Так как многие крупные каналы раньше на этом, допустим, зарабатывали, да, неплохо, теперь у таких каналов, ну, особо нету стимула для того, чтобы делать контент. Соответственно, контента станет меньше. Я же, в свою очередь, продолжу снимать для вас ролики, все останется как было. Да, конечно, неприятно потерять какой-никакой, ну, маленький доход, на который я, в принципе, поддерживал свой канал и вкладывался в него за счет рекламы на YouTube. Но в любом случае, без контента я вас оставить не могу. Сроки этих ограничений не уточняются, но в любом случае я буду продолжать работать и делать для вас контент. Но кто, опять же, знает, что будет завтра? Завтра скажут, все, YouTube вообще в России прекрасно. Поэтому я в очередной раз вас всех прошу, у кого есть возможность или желание хотя бы, да, переходите на мои другие соцсети, которые я опять же недавно создал, предполагая, что такое может быть, такие как, например, Яндекс.Дзен, Рутуб, группу ВКонтакте, у меня их аж 2, вот, залетайте туда, подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе свежих новостей, потому что если закроют YouTube, я смело смогу перейти на один из этих каналов и там уже подавать вам информацию какую-либо. Данные каналы я буду постепенно наполнять. Да, не переживайте, кто увидит там какие-то старые ролики, потому что для начала нужно наполнить канал, иначе как бы от этого смысла не будет. Да, были такие, конечно, задумки. Хотел с начала апреля начинать выпускать ролики по 3 ролика в неделю, но теперь немного придется с этим повременить. Все останется как и было, 2 ролика в неделю, поэтому следите за новостями, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и подписывайтесь на все мои другие каналы, ссылочки на которые будут в описании под этим видео. И это очень важно. Я считаю, в этой ситуации главное не сдаваться и не давать заднюю. Также, возможно, буду почаще заводить стримы, будем общаться вживую. Только единственное, сразу скажу, за политические темы буду удалять комментарии или блокировать. Мы общаемся с вами по нашей тематике. Давайте не будем залезать в политику. Все-таки на YouTube мы приходим расслабиться, получить удовольствие и пообщаться на общие темы, касающиеся средств самообороны. На этом будем заканчивать. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.